Последние несколько дней в Сергиевском районе выдались жаркими в плане дорожно-транспортных происшествий. Так, например, в минувшую субботу на территории муниципалитета было зафиксировано сразу два ДТП, в которых пострадавших оказалось двое. Аварии произошли вне населенных пунктов. Понедельник же принес еще одно происшествие, но на сей раз в самом центре городского поселения. В Суходоле на улице Мира Лада Приора столкнулась с Ладой Вестой. Обстоятельства следующие. В 14 часов 40 минут водитель Лады Весты остановил свое транспортное средство у пешеходного перехода, которое расположено около магазина «Магнит». Он пропускал пешехода, который переходил дорогу в направлении торговых точек. В это же самое время от вокзала по дороге на большой скорости двигался автомобиль «Лада Приора». За его рулем находился водитель 2001 года рождения, у которого водительский стаж составлял всего один месяц. Несмотря на столь короткий срок, молодой человек, видимо, решил, что ему уже пора в гонщики. Он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся со стоящей впереди «Ладой Вестой». Та, в свою очередь, по инерции полетела вперед и допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был срочно доставлен в центральную районную больницу. Туда же доставили и водителя «Лада Приора», который также получил повреждения.